после вчерашнего проигрыша мы должны собраться и победить. Соперник делает выводы и будет пытаться исправлять ошибки все, которые до этого он делал. И несмотря на это, они дали нам бой. Мы опирались на спокойствие и сдержанность. Не нужно было... То есть горячиться и все делать с холодной головой. Вся команда постаралась. Каждый внес свой какой-то вклад в эту игру. Была битва характеров, в которой мы выиграли. Команда не растерялась в последние минуты и собралась. Несмотря на то, что мы отдали им первую половину, мы вытащили эту игру и стали третьими на России. Я хочу похвалить всю команду, они, даже те, кто сидел в такие ответственные минуты на скамейке, они поддерживали и пытались поддерживать характер команды, что очень помогало. Уже повзрослели, что они заступают в первенство России и что это один из тех турниров, где они могут прогрессировать, потому что первенство России — это лучший турнир в нашей стране. И я доношу, что здесь самая лучшая конкуренция, и именно в таких матчах, в таких играх вы будете расти. И как бы для нас это самое главное. Я рад, что в 2011 году есть много хороших ребят, есть много исполнителей, потому что, ну, смотря на другие возраста, к сожалению, не так много, так скажем, креаторов, не так много ребят, которые могут потом заиграть на высоком уровне. Здесь же такой проблемы нет. Я вижу, что ребята 2011 года в целом очень достойно выглядят, и я вижу у многих из этих ребят, из разных команд, огромный потенциал в будущем. Бурные эмоции, хотелось прыгать, обниматься с кем-то. Очень много впечатлений, была достаточно тяжелая игра, много радости. Парни молодцы, очень рад за них и за нашу команду. Фанатеет это, наверное, больше всего бабушка. Спасибо ей большое, что приехала, поддержала. Много эмоций испытала на финале. Поддерживала меня перед игрой, говорила, что все получится, что мы выиграем. Важно донести, что, во-первых, тут они уже потихоньку становятся профессионалами. И здесь самая главная ценность, я считаю, донести, что нужно трудиться. Как бы это банально ни звучало, но это действительно важно. Нужно трудиться каждый день. Каждую тренировку ты должен выкладываться на все 100. К сожалению, с этим есть зачастую огромные проблемы. Но лично я над этим очень много работаю. И мои игроки, кстати, ну, с этим потихоньку прогрессируют. И понимают, что, по сути, у них до подписания первого контракта остается совсем не так много времени. Это 3 года. Вот 3 года у тебя на то, чтобы заявить о себе,
что ты чего-то стоишь.